День второй. Все, продолжаем также вес молотить. Так-то вроде неплохой по высоте. Нормально, почти по пояс. Стоим, полный бункер. Ждем, когда зять приедет с накопителем. Будем разгружаться. Заодно проверим сейчас все сегменты. Все сразу. Вроде все на месте, ничего не отпало. Такой вот у нас овес. Сейчас покажу, насколько полный бункер. Он аж через верх льется.